Итак, всем привет! Это начало улицы Красная Пресня. Вот станция метро Краснопресненская, переход на станцию Баррикадная, высотка на Кудринской площади, баррикады, кинотеатр, пересечение Баррикадной, Большой Грузинской и улицы Красная Пресня. 12 ноября, понедельник, московский зоопарк, видно, есть в него вход. Построили его в 1864 году, недавно было 150 лет. В следующем году будет 155 лет. Вот карта, таких указателей в центре Москвы много. Метро Краснопресненская, киноцентр «Соловей» на Красной Пресне, биологический музей имени Тимирязева прямо. Длина улицы Красная Пресня 1 километр, между улицами Баррикадная и Звенигородским шоссе. Начало трассы М9 Балтия, которая ведет в Ригу, столицу Латвии. Краснопресненский проспект от Кудринской площади до МКАДа. Длина 15 километров. Зоопарк-кафе состоит из Баррикадной, Красной Пресни, Звенигородского шоссе, улицы Мневники и проспекта Маршала Жукова. На проспекте Маршала Жукова живописный мост, северо-западный тоннель. Это все построили в 21 веке, не так давно. А вот это центр Москвы, район Пресненский, исторические места. Солнце уже садится, закат, время 16:30, киноцентр вот слева, одна из сталинских высоток, высотка на Кудринской площади, Красная Пресня 4, можно прийти от метро Баррикадная до улицы 1905 года. Я здесь снимал много всего. И улицу 1905 года, и Баррикадную, и станцию метро улицы 1905 года. Вот улица Красная Пресня. Зоологический переулок направо. Волков тоже направо. Парковки платные. О, вот уже снимают. Потому что есть те, кто не хочет платить. А это тем более центр Москвы. Между Садовым и Третьим. Вот, 200 рублей в час. Штраф 2500 рублей. По воскресеньям и праздникам бесплатно. Дома сталинские. Есть уже и обычные блочные дома справа. Магазины в первых этажах. От Садового кольца до МКАДа 15 километров. Это вот такое начало Краснопресненского проспекта. Самое начало это Баррикадная улица, Кудринская площадь, а конец пересечения Новорижского шоссе и МКАДа. Малая Грузинская, направо Грузинский вал. А
Там можно приехать к Белорусскому вокзалу. Площадь Тверская застава. Погода уже морозная. Небольшой мороз есть. Хотя только 12 ноября. Но скоро зима все равно. Вот элитный дом. О, небольшой дрифт. Вот центр к Садовому кольцу. Дорожные работы ведутся. Красная Пресня 22. Парк Красная Пресня есть в этом районе, на Мантулинской улице. Район хороший, в центре Москвы. М-видео. Есть еще магазин «Электроника на Пресне». Это уже в начале Звенигородского шоссе. Есть город Звенигород Московской области. Как раз это направление, да, и ведет. По Новорижскому шоссе можно приехать в Ржев, Великие Луки, Псков. Это Россия. Конец в Риге, это Латвия. В Московской области можно приехать в Волоколамск. Это объезд Волоколамского шоссе. Будет быстрее, потому что по Волоколамскому шоссе будет Красногорск, Истра. Там подольше. Цветочная база. Хинкальная на Пресне. Сузили из-за дорожных работ. Вот прямо видно светофор с полосой. То есть какой сигнал светофора, такова и полоска. Таких уже много светофоров в Москве. Светодиодные. И уже видно площадь Краснопресненская застава. Станция метро, улица 1905 года. И самокате едет. Красная Пресня, 38. Звенигородское шоссе, третье кольцо прямо. Направо Белорусский вокзал. До третьего кольца 1,8, до Белорусского вокзала 2 километра.
центр. Да, вон этот светофор как раз. Площадь Краснопресненская, застава. Пересечение улиц Пресненский вал, Звенигородского шоссе, Красной Пресни. Опять сигналят. А вот магазин United Colors of Benetton. Разноцветный, красивая подсветка. Он как раз на перекрестке находится. Синий, зеленый, красный, желтый. Вот такая красота. Трехэтажный. Автодор ЗАО по центру Москвы. Видно Москву-Сити. Тоже красота. Выход из метро, улица 1905 года, такой круглый, вот тоже видно. Прямо Звенигородское шоссе, третье транспортное кольцо и МКАД. До МКАДа 13 километров.